Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous continuons donc avec cette semaine spéciale de solidarité avec l'Ukraine par un nouveau petit film, un entretien réalisé cette fois-ci avec un travailleur du rail, syndicaliste Oleksandr, qui vient de la région de Kiev et qui explique l'importance précisément du combat des cheminots et des cheminotes là-bas dans le cadre de la guerre et plus généralement dans le cadre de la solidarité qui continue à exister en Ukraine. Donc n'hésitez pas, une fois encore, à relayer cet entretien réalisé avec Oleksandr. Я Александр Скиба. Добрый день. Я Александр Скиба. Я работаю, я машинист электровоза и одновременно возглавляю профсоюз локомотивного депо «Дарница». Ох, роль железнодорожного транспорта как раз-таки во время войны сейчас раскрылась полностью. В то время, когда все дороги были фактически непроездными, автомобили стояли в пробках, люди 12-13 километров проезжали за 15 часов, единственным возможным средством передвижения остался железнодорожный транспорт, который взял на себя все тяготы эвакуации мирных граждан из Киева, из людей из близлежащих населенных пунктов, небольших и небольших городков. Основную функцию по доставке гуманитарных грузов с западной границы фактически во все места тоже на себя взял железнодорожный транспорт, когда это шла речь о крупных партиях какого-то товара. Военная техника перебрасывалась большими эшелонами, то же самое по железной дороге. Буквально там за 2-3 часа на расстоянии 200-300 километров перебрасывалось там до 100 единиц реактивных систем залпового огня вместе с боеприпасами и с людьми, которые это дело обслуживают. Соответственно, автомобильный транспорт какой-либо другой, он бы с этим делом не справился. Ну а, конечно, здесь ценой героизма обычных железнодорожников, которые по там, сутки и 24 часа, и 28, и 30, и 31 час были в кабине, как бы выматывались, конечно, полностью, но, тем не менее, результат был достигнут. Все, в принципе, работало как часы. На сегодняшний день пока это государственное предприятие с акционерное общество, 100% акций Укрзалезницы принадлежит кабинету министров. Я хочу, чтобы так оставалось и в дальнейшем, потому что убежден, что энергетическая отрасль, транспортная отрасль должны полностью находиться под контролем государства. Мы все чаще слышим, что государство – это собственник неэффективный, в корне не согласен. Собственник не может быть неэффективным, неэффективным иногда бывает управление. Да, у нас на высоком уровне коррупция, у нас, конечно, есть проблемы, их надо устранять, но железная дорога должна оставаться государственной. А сейчас направление будет – это помощь нашим военным. Она будет, нам нужны военные аптечки, нам нужны средства защиты для наших военных, это каски, бронежилеты, средства наблюдения в темное время суток. Ну и наши коллеги, железнодорожники, остались на оккупированных территориях там, они остро нуждаются в лекарственных препаратах, дефицитных. Это люди нужны препараты для инсулинозависимых людей, для людей, у которых есть проблемы с сердечными заболеваниями и большая проблема специализированного детского питания безлактозного. То есть доходило до того, что в некоторых небольших населенных пунктах Херсонской области дети просто пухли из голода, потому как молоко обычно они не воспринимали. А такого специализированного питания не было. То есть мы получаем три. Это военная помощь, это помощь для оккупированных территорий и помощь медицинская, опять же, для наших военных. Потому что нам надо защитить наши промышленные центры, как Кривой Ров, как Запорожье.